колумбарий Восточного кладбища в Екатеринбурге. Именно здесь, за тысячи километров от родины, нашел свой покой Вувантхать. Неожиданно его прах решили потревожить. 70-летний мужчина, гражданин Вьетнама, умер от остановки сердца. Как сообщается, его сын не сказал об этом родственникам, кремировал тело и захоронил в колумбарии. Позже родных это возмутило. Они хотят захоронить прах умершего во Вьетнаме со всеми традициями. Спор из-за праха покойного дошел до суда. Недовольный родственник подал иск к племяннику, комбинату специализированного обслуживания и службе городских кладбищ. Он намерен добиться, чтобы захоронение признали незаконным. Однако у ответчиков на этот счет свое мнение. Мы считаем наши действия правомерными. При заключении договора мы не нарушили ничьих прав. Считаем, что истец не доказал нарушение волеизъявления покойного. Согласно вьетнамским традициям, место захоронения имеет важное значение для благополучия всей семьи. Вьетнамцы верят, что неправильный выбор может привести к несчастьям. Когда кто-то умирает, его семья собирается вместе и планирует церемонию. Родственники записывают час и день смерти человека и выбирают день для церемонии по лунному календарю. Ежегодно члены семьи собираются в этот день, чтобы почтить память умершего. Сегодня суд так и не начал рассматривать дело по существу, поскольку представитель ответчика, сына умершего, не успел ознакомиться с иском. Следующее заседание состоится 8 ноября. Полетит ли прах вьетнамца на родину почти за 6 тысяч километров, пока вопрос открытый.